дали. Всем крепкого здоровья. И, как говорится, руками не надо размахивать, надо чарку держать. Вот такие дела. Вот так, да. Это правильное заявление. Спасибо. Спасибо. Кто здесь есть? Здесь есть Y L3 Федор Ольга, Y L3 Delta Juliet, Y L3 AHE, вот, Y L3 Tiger Team, три из Golf Yankee. Три из Golf Yankee. Вот. И Y Leonid, двойка Борис Ульяна. Тройка. Опять тройка. Я уж не могу к этим тройкам привыкнуть. Все трое. Вот. Игорь Калтревка. Да. И Игорь Калтри, Федор Киловатт. Вот. Видишь, никто не приехал ко мне, пока куда нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы котел взяла с собой. А мы с той стороны ехали. Ну, в следующем году обязательно. Ну, я. Лаби Волбе. Пойдем комнату чай пить, да? Пошли. Губки так мелкие, с кустом. Понравилось? У меня дома такая же. О, ну чего я вам, Федор, так и есть, да. А яблоки не хотите? Сейчас вот очень много правильных яблок белого налива, но они все упали. Экспортировали в Англию. То есть еще при Петре Горохе, при нашем, чай кипрейский, их, его сушили, специально сделали. В общем, он там не просто сушится, а он еще брательное такое состояние у него. Типа заквашивается дня три. И затем сушится, и его в Англию экспортировали. А англичане вдруг вспомнили, у них свои колонии оказались, Индии и так далее, и они перестали закупать, и все. Начали говорить, это плохой чай и так далее. И сейчас поэтому весь мир пьет тот чай, который с английских колоний пошел. А вот этот кипрейский чай, иван-чай, ага, well, вот, он, оказывается, итальянцы приезжали, спрашивали, где у вас такое количество. Именно в этом чае очень огромное количество минералов и правильных, и там что-то еще есть, я забыл. И чем дальше к северному полярному кругу, тем качественнее он получается. А наши сибиряки говорят, так у нас вот он растет. А итальянцы, где же вы его культивируете, такое огромное количество. Вот, ну, я уже второй год его пью, то бишь, он... Если собрал, заквасил, он в течение дня, сутки постоял, то это зеленый чай. А если трое суток он квасится, это уже будет черный чай. Вот! Сейчас покажу в натуре, как он выглядит. Тасунь, курта витас. Интересная тема. Интересная. Вот вы зайдите в этот самый и посмотрите. Ну, пусть я попробую. На руку можешь цепануть и поглядеть, как он смотрится. Но Юра, вы... его не курят. Беломор забыл дома. А кто пробовал? Без вкуса, цвета и запаха растворимы без осадка. Да, и запаха такого резкого нет. Да, перец лота и что-то есть. Что-то даже вкус. Это шейк нау. Да, с этим гоню лапа. Нет, трава. Лапу свин. Травотного. Зайдете в интернете, назовете кипрейский чай или иван-чай. Вот там видео, хорошо показано видео, я тоже там научился, как они собирают. Великолепно собирают. Дети брейзи. По крайней мере, да, приблизительно так.